детектива Игоря Лукина обострилась старая травма, и он решил обратиться к знакомому хирургу Константину Вавилову. А я к Константину по делу. А у меня что-то телефон не отвечает, и в кабинете нет никого. А вы разве не слышали? Он же в полиции. Вчера забрали. Как забрали? Говорят, человека убил. Костя? Помогите ему. Я не верю, не мог Костя убить. Вы же его знаете. Да, конечно. Да не, ну это чушь какая-то. Я, конечно, буду разбираться. Я вас очень прошу, весь госпиталь на ушах стоит. Никто не верит. Так вот, поехал в госпиталь. Хотел коленку показать знакомому хирургу. Я всегда у него лечусь. Угу. А его задержали по подозрению в убийстве. Ничего себе. Я вообще в это дело не верю. Да, тут в сводках пишут, что труп Казакова нашел дворник около 6 утра. А по словам экспертов, смерть наступила около 5. Свидетелей нет. Я пока сюда ехал, позвонил следователю, который это дело ведет. Он сказал, что нож обыкновенный, охотничий, без особых примет. Никаких отпечатков пальцев. То ли преступник был в перчатках, то ли стереть не поленился. А не проще было нож с собой забрать? В этом-то и загадка. Почему преступник оставил нож в теле? Ну, а при трупе нашли еще что-нибудь? Ну, что обычно? Ну, там паспорт, ключи от квартиры, телефон мобильный, портмоне. Ну, там денег было совсем немного. Да, очень странно. У него в руке было зажато несколько монет, и 3 монеты рядом валялись. Ну, интересно, зачем они ему нужны рано утром в пустом дворе? Непонятно. Вообще в этом деле много запутанного. Ну, а эксперты что говорят? Что говорят эксперты? Удар был нанесен сзади. Казаков, мне кажется, даже не успел отреагировать. Наверняка он преступника даже не видел. А кто он такой вообще, этот Казаков? Ну, тут пишут, что он предприниматель. У него ресторан японской кухни, и дела у него шли неплохо. Да вообще они с Вавиловым были знакомы. Даже, можно сказать, дружили. Я не понимаю, а почему Вавилова-то задержали? Как полиция вышла на него? Он же был в командировке. Ну да, был в командировке в Питере. Но в ночь убийства он вернулся. Вообще, логично все. У него алиби нет, а мотив налицо. Дело в том, что Казаков раз 50 звонил Насте, ну, жене Вавилова. Угу. И в ночь перед убийством тоже. И труп нашли возле подъезда, где живут Вавиловы. Так получается, Вавилов каким-то образом узнал об измене жены, примчался в город, подкараулил своего соперника у подъезда и... Вообще, это версия полиции. Но я, честно говоря, не верю, чтобы Константин мог кого-то убить. Да, мне следователь разрешил с ним встретиться и поговорить. Встреча назначена на 11. О, мне пора. Да, дело. Следователь выполнил свое обещание и организовал встречу Лукина с задержанным Константином Вавиловым. Уже все отвернулись. Да ну что говорить, Константин. Рассказывайте. Я не убивал. Я приехал примерно в 7 часов утра. Настя может подтвердить. Никакого трупа во дворе я не видел. Ну да, дворник обнаружил труп Казакова где-то в начале 6-го. К вашему приезду труп уже из двора убрали, но полиция во дворе дежурила. Да, я заметил, но какое мне было дело до полиции? Ну, понимаю вас. Я читал ваши показания. Значит, вы прилетели ночным рейсом в 3:40, правильно? Ну, от аэропорта до города, ну хорошо, час езды от силы. А вы домой приехали только в 7. И где вы были все это время? Ночью автобусы из аэропорта ходят с большим интервалом, а мне не хотелось ждать. Таксисты дерут втридорога. Я полчаса на трассе простоял, наконец один частник остановился, согласился подбросить. Номера запомнили? Какой там? Только цвет и марку. Значит, этот частник вас до дома и довез? Нет, мы только до города доехали, и вдруг на Южной улице женщина с коляской. Спешила очень, стала дорогу перебегать. Угу. Как поедем-то? По Окружной или через центр? Давайте через центр, так быстрее будет. Хорошо. Ушиблись? Сильно? Ой, мне кажется, ногу подвернула. Что же вы так неаккуратно дорогу не положено вместе перебегаете, а? Ой, как же я до дома-то теперь дойду. Ну ничего, мы вас подвезем. Стой! Ты куда? Стой! Извините, что так получилось. Сволочь, а? Ничего, давайте я вас провожу. Так. И во сколько это произошло? Около 5.
Около 5. Казакова примерно в это время и убили. Интересно, что в такую рань делала на улице девушка с коляской? Она сказала, что ночевала у матери, та сильно приболела. Муж работает по суткам, ребенка не с кем оставить. Утром она спешила домой переодеться, ребенка в ясли забросить и на работу. В общем-то, из-за этого происшествия вы и задержались. Ну, не бросай же мне ее было. Проводил. Шли медленно, она еле на ногу наступала. А потом я еще пешком домой возвращался. Поэтому пришел только около 7. Ну, в общем-то, ваш рассказ звучит логично. А следователь мне не верит. Игорь Петрович, помогите мне. Найдите эту женщину. Попробую. Но для того, чтобы установить алиби Вавилова, нам нужно найти эту девушку с коляской. Слушайте, но если он запомнил номер дома, мы быстро это сделаем. Да если бы. Он говорит, что проводил ее только до Индустриальной улицы. А дальше она сказала, что, ну, якобы рядом живет, сама дойдет. Звучит как-то неопределенно. Ну, вроде бы муж у нее ревнивый. Если с другим увидит, будет скандал. Слушайте, ну, может быть, клич бросить в интернете, там, в социальных сетях. Обрисуем ситуацию, может, водитель найдется, который Вавилова подвозил. Да не найдется, Дим, потому что водитель фактически скрылся с места преступления. Не, ну а вдруг? Что? Ну, задумка-то неплохая. Давай, займись этим, а мы с Аней поедем к дому Вавиловых. Поехали. Спасибо. Первым делом Игорь Петрович встретился с Анастасией Вавиловой, женой Константина. Какие у вас были отношения с Филиппом Казаковым? Что? Вам про меня уже такого наговорили, что голова кругом, да? Я понимаю, конечно. Вас следователь уже допрашивал. У меня цель другая. Я Константина хочу оправдать. Поэтому должен знать все подробности. Я надеюсь на вашу помощь. Но если, конечно, вы не хотите, чтобы Константин остался в тюрьме. Ну нет, конечно. Тем более перед Костей так виновата. Мы с Филом познакомились год назад. Костя его тогда лечил. Ну, я сразу поняла то, что я Филу нравлюсь. Потом Костя уехал на какие-то свои курсы. И мы с Филом начали встречаться. А в ту ночь Казаков тоже был у вас? Вам это нужно знать? Да, был. Ушел около 5 утра. Ну, чтобы соседи не увидели и Косте не передали. После того, как он вышел, вы во дворе никакой шум не слышали? Нас окна на другую сторону. Да я и не прислушивалась. Сразу спать легла. А через 2 часа Костя заявился. Неожиданно. Ну, естественно. Я еще обрадовалась, что Фил вовремя ушел. А потом соседи сказали, что во дворе труп нашли. Я Филу позвонила, он трубку не взял. А на следующий день Костю задержали. Сказали, что Костя убил Фила. Я в таком шоке была, до сих пор голова кругом. Тем временем Аня опрашивала соседей семьи Вавиловых. Одним из ее собеседников оказался Максим Авдеев, живший с Вавиловым на одном этаже. Это хорошо. Той полиции все рассказала, реакции ноль. А что рассказали? Видел, как Костя через двор идет. Окна у меня как раз выходят туда. И да и этаж первый, все хорошо видно. Mm-hmm. Понимаете, они человека зря за решеткой держат, вот что. А во сколько это было? Ну, где-то в 7 с копейками. Как раз новости по радио шли, mm-hmm. чем я запомнил. А он с сумкой был, еще подумал, что из поездки возвращается. О, Лида, жена моя бывшая. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Лид. Ты без Маришки, да? Да, одна. Тебя проведать заскочила. А ты, я не вижу, не скучаешь. Быстро мне замену нашел. А что ты городишь? Это помощник детектива. Я ведь про Костю как раз рассказываю. Угу. Ладно, я, наверное, пойду. Всего доброго. До свидания. Убит предприниматель Филипп Казаков. В преступлении подозревают хирурга Константина Вавилова, у жены которого был с Казаковым тайный роман. Помочь установить алиби Вавилова могут лишь 2 человека. Таксист-частник, подвозивший его из аэропорта, и неизвестная девушка, которую Вавилов случайно встретил по дороге. Пока Аня продолжала опрос жильцов дома, Игорь Петрович заехал в госпиталь и поговорил с доктором Лосевой, коллегой Константина Вавилова. Костя – человек благородный. И хирург каких поискать. Только с женой ему не повезло. Странно, я от Кости ничего плохого про жену не слышал. А Константин Владимирович жаловаться не любит. Но я сама слышал, как они по телефону ругались. У них отношения всегда были не очень. Но в последнее время особенно. А из-за чего? Причины разные могут быть. Но я думаю, главное, что Настя его не ценила. Деньги из него тянула. А на него ей было наплевать. С
Сонька, как вы думаете, Вавилов знал, что ему жена изменяет? Не знаю. Но то, что Настя ему изменила и нашла себе любовника, это вполне в ее духе. Я удивляюсь, почему таким, как она, такие мужики достаются. Была бы я на ее месте. Жена Вавилова, Настя, утверждает, что муж пришел домой в 7 утра. То есть примерно через 2 часа после убийства Казакова. Но следователь ее показаниям не доверяет. Ну, ясен пень. Она же близкий родственник ему. Ну, есть еще показания Авдеева. Ему-то можно доверять? Не скажи. Нет, следователь подтверждает, что Авдеев такие показания дал. Но выясняется, что он лучший друг Вавилова. Тот ему жизнь спас. Так значит, ни Анастасия, ни Авдеев в качестве свидетелей следствие не устраивают? Ну, даже если бы и устраивали, что бы это меняло? Да оба утверждают, что Вавилов пришел домой в 7 утра. Но это же не подтверждает, что он не убивал. Он мог приехать раньше, затаиться. После убийства Казакова еще пару часиков погулять и прийти домой, как в чем не бывало. Ну что, на ваш призыв в интернете кто-нибудь откликнулся? Пока нет. Нет. Вот что я думаю, Дим. Собирайся, поехали на улицу Южную, где Вавилов встретил девушку с коляской. А ты продолжай отслеживать сообщения. Хорошо. Детективы приехали на улицу Южную, где, по словам Вавилова, подвозивший его водитель едва не сбил девушку с коляской. Ну, вон есть камера. Ну да, вижу. Но только девушку-то сбили там, а там камеры нет. А ты хотел, чтобы все было просто? Ну хорошо, ну возьмем мы запись. Что они нам дадут? Дорога-то одна. По-любому машина проехала здесь. Ну согласен, да. Ну отследим передвижение машины. Потом по номеру машины установим владельца. Вот и все. Ну что, значит идти надо. Вон калитка. Пошли. Мы ориентировались на временной отрезок между 5:30 и 5:30 утра, правильно? Да. А поскольку транспортный поток в это время редкий, то машины нужного нам цвета и модели было всего 3. Вот посмотрите внимательно, может быть, узнаете, в какую из них вы ехали. Вот это. Точно? Да, уверен. Ну что ж, кое-что. Осталось водителя найти. И знаете что, Константин, давайте мы с вами попробуем составить фоторобот девушки. Ага. Детективы установили личность владельца машины, опознанной Вавиловым. Вот он, Ефимов Михаил Григорьевич. Телефон и адрес имеется. Замечательно. Поезжайте к нему, попробуйте с ним поговорить. Посмотрим, как он отреагирует. Хорошо. Скажите, встретившись с Михаилом Ефимовым, помощники детектива показали ему фотографию Константина Вавилова. На самом деле это очень странно. Он утверждает, что вы 3 дня назад его подвозили из аэропорта в город. Я много кого подвозил, но вот такого не помню. Ну, подумайте как следует. Это было в 5 утра. Вы ехали по Южной улице, там еще девушка с коляской была. Мне кажется, вы меня с кем-то путаете. Вот этот ваш, как его, не знаю, обознался. Мы видели вашу машину на записи с камер наблюдения. На Южной улице, в 5 утра, вы там были. Знаете, я по всему городу езжу, таксую. Но вот этого вот парня я точно не помню. Да и барышню с коляской тоже. Так что вы только зря со мной время теряете. Скажите, пожалуйста, а вам не стыдно так откровенно врать? Дима, здесь все понятно. Спасибо вам большое, мы пойдем. Ага. До свидания. Дима, понятно же, что я ничего не знаю. Да врет он все, как дышит. Прикрывается. Понимает, что за случай с девушкой его привлечь могут. Значит, у нас единственный выход – найти эту девушку с коляской. Но единственный шанс наш. Игорь Петрович, ну как мы ее найдем? Он даже имени ее не знает. Во-первых, нам известно, что Вавилов расстался с этой девушкой на улице Индустриальной. А во-вторых, Вавилов помог составить фоторобот этой девушки. Ну, я не знаю, можно, конечно, попробовать взять этот фоторобот и поспрашивать народ. Ну, особенно старушек, они обычно наблюдательные. Вот я хочу, чтобы вы этим занялись. Так что берите фоторобот и вперед. Уже идем. Дима и Аня весь день занимались поисками загадочной девушки. Но все их усилия оказались тщетными.
Доброе утро, Игорь Петрович. Доброе. Если бы вы знали, сколько мы вчера с Димкой протопали, но результат нулевой. Мы же ничего не знаем, фамилии не знаем, адрес тоже не знаем. Доброе утро, прошу прощения за опоздание. Да ничего. А я здесь в новостной ленте вот что нашел. Бизнесмен Юрий Копылов заявил, что его бывшая жена Оксана Копылова похитила 8-месячного сына Богдана. Случилось это в то утро, когда Вавилов встретил девушку с коляской. Вот сравните фоторобот с фотографией. Ну да, похоже. Слушай, и правда похоже. А зачем она похитила сына? Ну, по решению суда, после развода, ребенок оставался с отцом. Вот она и решилась. Ну хорошо. Допустим, что Оксана Копылова и есть та самая девушка, которую проводил Вавилов. А вот это, кстати, объясняет, почему она так рано оказалась с коляской на улице, почему так торопилась и почему не разрешила проводить себя до дома. Здраво рассуждаешь. Да, только погода нам это не делает. Она в бегах, значит, где-то прячется. Ну, вообще-то полиция обошла уже всех знакомых и родственников. Никто ничего не знает. Вот. Уж раз полиция не может ее найти, мы-то тут что сделаем? Дима, ты упускаешь из виду одну деталь. Нам известно, что она повредила ногу достаточно серьезно. Подождите, Игорь Петрович, что вы думаете, она могла обратиться в травмпункт? Я думаю, скорее всего, к частному врачу, но поликлиники тоже стоит проверить. Ну, хорошо. Вы только раз этим займитесь, а я скачаю несколько фотографий от Оксаны, покажу клиенту. Хорошо. Пойдем. Алло, Игорь Петрович, ну мы ее нашли. Она действительно обратилась в частную клинику, назвалась чужим именем, адрес выдумала. Врач ее опознал по фото. Она сегодня должна к нему прийти на повторный прием в 14:30. Ну да, именно это мы и собираемся сделать. Хорошо, поняли. Ну что, у нас еще полчаса. Может, по кофе? Да, отличный план, пойдем. Проследив за Оксаной Копыловой, помощники детектива выяснили, в каком доме она живет. Простите, вы Оксана Копылова? Кто вы? Что вам нужно? Мы помощники частного детектива. Нам нужно поговорить с вами. Вы ошиблись, меня зовут Лариса. Оксана, вы не бойтесь, если вы думаете, что нас подослал ваш муж, это не так. У меня нет мужа и никогда не было. Говорю же, вы ошиблись. Ну почему же вы все только о себе-то думаете, а? Оксана, послушайте. Нам просто нужно, чтобы вы подтвердили алиби человека. Он ни за что в тюрьму может сесть, понимаете? Или вам без разницы? Я ничего не знаю. Оставьте меня в покое. Константин, скажите только откровенно. Почему вдруг неожиданно вернулись из Питера? Вам кто-то позвонил и сказал про отношения Насти с Казаковым? Да, мне позвонили. Один общий знакомый. А точнее, знакомый, да? Доктор Лосева. Вы это знаете? Догадался. Но она влюблена в вас. Это же видно невооруженным глазом. Ну, конечно, хочет, чтобы вы поскорее развелись с женой. Зоя – одинокая женщина, по-своему несчастная. Оказывается, она следила за Настей, все хотела застать ее с любовником. Ну и застала. Даже фото мне прислала, где они в машине. И вы бросили все дела и приехали домой? Да, хотел застать ее с этим хлыщом. Решить все, так сказать, одним махом. Извините. Да, Дима. Ну, я, в общем, так и думал. Хорошо, оставайтесь там, я скоро подъеду. Посмотрите, Константин, на эту девушку вы знаете? Это же она, это та самая. Вы ее нашли? Да, только у нее тоже свои проблемы. Она выкрала ребенка у бывшего мужа, поэтому скрывается, говорить не хочет. Черт. А если она сейчас сбежит, ее же потом не найти. Не переживайте, мои помощники ее стерегут. Пожалуйста, сделайте так, чтобы она подтвердила мои алиби. Я сам к ней поеду. Прямо сейчас же. Я очень на вас надеюсь.
Убит предприниматель Филипп Казаков. Главным подозреваемым становится Константин Вавилов, у жены которого с Казаковым был тайный роман. Спасти Вавилова могут лишь показания двух свидетелей. Водителя, который подвозил его в то утро от аэропорта до города, и девушки, которую Вавилов встретил по дороге. Но оба свидетеля отказываются давать показания. Кто? А это из управляющей компании. Соседи на вас жалуются, шумно у вас. Это неправда. Ну как неправда? Ремонт делаете? Дрель у вас по ночам работает? Нет у меня никакого ремонта. Какая дрель? Вы посмотрите, я в руках не держала никогда. Посмотрим, посмотрим. Вы меня извините, Оксана, за этот небольшой спектакль. На самом деле я частный детектив Игорь Петрович Лукин. Уходите. Я не Оксана, я ничего не знаю. Тихо, тихо, вы ребенка разбудите. Что вам нужно от меня? Мне нужно, чтобы вы помогли одному человеку, Константину Вавилову. Я не знаю такого. Вот, посмотрите, узнаете? Это он помог вам, когда вы чуть под машину не попали. А теперь его полиция обвиняет в убийстве. Его? В убийстве? Если вы подтвердите, что были с ним и назовете точную дату и время, то обвинение отпадет само собой. Или же его в тюрьму отправят. Его судьба в ваших руках. Я не могу. Ну, почему? Мой бывший муж. Вы не представляете себе, что это за человек. У него связи, у него деньги. Он отобрал у меня все. Главное, Богдана. Но сейчас речь идет о судьбе Вавилова. Но если я дам эти показания, я тогда обнаружу себя. Полиция меня ищет. У меня снова заберут Богдана. Меня посадят. Это, по-вашему, правильно? Я вас прекрасно понимаю. Вам тяжело принять решение. Понимаете, у меня есть хорошие адвокаты. Честные. Что они могут сделать? Они помогут вам пересмотреть свое дело в вашу пользу. А вы что, собираетесь всю жизнь скрываться? Да? Как вы себе это представляете? Сама не знаю. Мне важно было забрать Богдана, чтобы он был со мной. А об остальном я не думала. Ну, рано или поздно все равно найдут. Будет только хуже. А я предлагаю немедленно начать борьбу за своего сына. Ну, и заодно Вавилову поможете. Оксана Копылова подтвердила алиби Константина Вавилова, и его отпустили на свободу. Я за ним беспокоюсь. Ну, адвокатов я уже предупредил. Они говорят, что есть хороший шанс для пересмотра дела в ее пользу. Она меня фактически из решетки вытащила. Хотелось бы, чтобы у нее все хорошо сложилось. Я думаю, что все будет хорошо. Я на машине вас подвезти? Если вам не трудно. Хорошо. Ну, вы теперь домой? Да нет, после всего, что было, не готов я как-то с женой встречаться. А куда же вы теперь? К Максу Авдееву зайду, это мой приятель. А можно я с вами? Вот хочу лично с ним познакомиться. Судя по всему, человек достойный, порядочный. Защищал вас. Идемте, если хотите. Макс сейчас один живет, затворником. Жена его бросила и дочку забрала. А что так? Ну, это после того, как он стал инвалидом. Она молодая, красивая, дала понять, что не нужен ей калека. Да уж, ему и не позавидуешь. Вообще, это еще и раньше началось, еще когда он здоровый был. Лидка вертихвостка, как и Настя моя. Постоянно на чужих мужиков заглядывалась. И не только заглядывалась. А он что же, терпел? Терпел, ради дочки. Маринка для него святое, он в ней души не чает. Но после травмы все совсем наперекосяк пошло. Ну, вот оно что. Здрасте. Здрасте. Собутыльники пожаловали. Весело живешь. То бабы, то друзья. А мне говоришь, что от тоски зачах. Зря так, Лида. Что? Не права? Ты меня вечно попрекал, что я слишком свободно живу. Морали мне читал. А сам чем лучше? Лид, ну не надо так, а? Что не надо? Стыдно, да? Пойдем, доча. Нечего нам здесь делать. Лида, подожди. Тебе теперь не до нас. Есть кому развлечь. Вот стерва, а. Не дала с ребенком пообщаться. Не жалеешь, что развелся? Ты же видишь. Здесь сидим, сижу в четырех стенах. Она будет у меня за спиной, там, с кем попала. Ты-то меня понимаешь? Еще как.
У вас из окна обзор хороший. Да, хороший. Знаешь, Костя, на душе у меня камень большой. Виновата перед тобой. Из-за Насти? Да. Я тебя просил за ней приглядывать. Ты рядом живешь. Знал наверняка, что эта кабелька не ходит. И не позвонил мне. Вам, наверное, поговорить надо бы, а я мешаюсь. Я пойду. До свидания. Спасибо. Да, всего доброго. Доброго. Лидия, одну минуточку. Я здесь на машине, может, вас подвезти? А я думала, вы у Макса остались. Да не, мы едва знакомы. Дело в том, что я частный детектив. Вы, наверное, слышали про убийство во дворе? А, ну да, Макс что-то рассказывал. Пойдемте. Вы меня уж извините, просто ваш муж с Вавиловым, они давно знакомы? А, давно. Макс военный, он в спецподразделении служил. Однажды на учение граната взорвалась, его покалечило. Думали, не выживет. Так Вавилов его по кусочкам собрал. Можно сказать, с того света вытащил. Вот оно что. Да. Тем более они земляки, поэтому и дружат с тех пор. Вообще Костя хирург хороший. Чего уж тут. Единственное, не смог Максу ноги починить. Понятно. Ну, присаживайтесь. Сведения о ранении подтвердились. Авдееву действительно выплатили крупную сумму, на которую он купил квартиру после развода с женой. Как раз в доме, где живут Вавиловы. Я думаю, что квартиру он там не случайно купил. Я так понимаю, что Авдеева, кроме Вавилова, не поддерживал никто. Живет он на пенсию, из квартиры не выходит. А чем занимается? Ведет блог в интернете. И, судя по тону его постов, чувствует себя очень одиноко. Дружба с Вавиловым – единственный свет в оконце. Ну, еще и дочка. Но видит он ее очень редко. А что еще о нем известно? Ну, когда служил, был на хорошем счету у командования, спортом занимался, турнир по метанию ножей выиграл. Ножей? Ну, да. Так надо было с этого-то и начинать. В смысле? Мне следователь прислал копию заключения экспертизы. Вот послушайте. Характер раны позволяет судить о том, что клинок после нанесения удара оставался в неподвижном состоянии вплоть до момента его извлечения из тела гражданина Казакова. Ну и что нам это дает? Смотрите, если наносить удар ножом, зажатым в руке, то нельзя мгновенно отпустить рукоятку. Какое-то движение еще будет продолжаться. Угу. А это повлияет на состояние раневого канала. То есть, я что подумал? А если нож был не в руке зажат? А если нож метнули? Авдеев? Я думаю, да. Сейчас выясним. Вы к Авдееву, да? Угу. Но профессионалы ведь не бывают бывшими, правильно? Я думаю, что и ножи метать вы не разучились. Не понимаю, к чему вы. Я тоже. Ну, я не зря в прошлый раз сказал, что из вашего окна обзор хороший. А до того места, где Казакова убили, несколько метров. И что? Ну, хорошо. Давайте расскажем все с самого начала. Итак, после того, как ваш друг уехал в Питер, вы заметили, что Казаков стал похаживать к Насте. Он только слепой бы не заметил. Я хоть и без ног, но не без глаз. И вы стали думать, как действовать. Надо было сразу позвонить мне. Да. Ты бы с горяча примчался, завалил бы еще его. Всякое бывает. Потом в тюрьме сидел бы из-за этой гниды. И вы решили действовать, как на войне. То есть, избавившись от Казакова, вы бы решали несколько вопросов. И другу помогли бы, и Настю от соблазна избавили. Прости, Костя. Ничего другого в голову не пришло. Ты сумасшедший? Максим рассчитал, что на вас подозрение не пойдет. Вы же были в другом городе. Так что же произошло в то утро? Я видел, как он снова пришел к Насте. Сел возле окна, взял нож, перчатки, стал ждать. Я знал, что каждое утро он выходит во двор, когда никого нет. Он всегда так делал. Да. Согнутая спина
Казакова была отличной мишенью. С вашим опытом тяжело было бы промахнуться. Я все рассчитал. Коллега в четырех стенах, да не знаю никакого Казакова. И дела до него у меня нет никакого. Даже я бы не догадался, что это ты. А ты не должен был. Ну, черт тебя дернул приехать именно в этот день домой. Я чуть с ума не сошел, когда узнал, что тебя закрыли. А почему же сразу не признались? А вы думаете, так легко? Я хотел рассказать следователю, но потом пришла Лида с дочкой. Я на Маришку посмотрел и понял, что нет, не смогу. Если меня за убийство закроют, я ее никогда в жизни больше не увижу. А в тюрьме я не выживу. А если бы меня за это убийство посадили? Не посадили бы. Если бы детективы не доказали твое алиби, я бы сделал чистосердечное признание. А мы доказали, теперь точно знаем, кто настоящий убийца. Значит, так тому и быть. И судьба. Я думаю, что суд учтет ваши жизненные обстоятельства, ну и чистосердечное признание, конечно. Звоните в полицию. Максим Авдеев находится под следствием. Константин Вавилов не простил жену и подал на развод.